Да, значит, о Для чем... меня... Извините, Говори, говори, задержка как просто, да. говори. Да, вы хотели отшутиться, вы хотели в смысле, да, пошутить, а я, знаете, сразу о серьезном, с вашего позволения. Вот, ну, еще успеем, я думаю, пошутить и все. Я хотел спросить, как по-вашему, Виктор Анатольевич, вот мы сегодня утром обсуждали тоже Одессу, да, и атаку на Одессу. Но это же не первый ракетный обстрел, это не первая гибель людей. А почему так всколыхнуло людей именно Одесса? Я пытался сформулировать это, сам удивился, а потом очень быстро понял. Дело в том, что Одесса-то как раз и часть того русского мира, о котором эти подлецы говорят все время. То есть они говорят, имея в виду империю, вот эту всю дрянь, да, всю эту нати. Но есть внутреннее ощущение русского мира, которое вбито в язык, так сказать, течет в крови. И словосочетание «бомбить Одессу» для русского уха совершенно очевидно. Это то же самое, что бомбить Москву, бомбить Ленинград. Это в этом ряду. Бомбить Одессу могут только фашисты. Я писал уже, из города уходит последний батальон, да? Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет. А это вбито, это культура. И так я жил тогда в Одессе, может быть, счастливейшие, невероятные строки пушкинские, да? Это вбито для более-менее хотя бы образованных людей, это течет в крови. И хотя с точки зрения юридической и там, то, там бомбежка там, Ирпеня или Мариуполя – это такое же преступление, но когда ты слышишь про бомбежку Одессы, ты понимаешь, чувств не понимаешь, головой это я понимаю в случае с Мариуполем, но ты чувствуешь, что это фашисты. Никакого варианта нет, они отрезали сами варианты. Не может никто другой бомбить Одессу. Это на нашей памяти и на памяти наших отцов и дедов не было. Одесса, я чуть не сказал, русский город. Конечно, русский, в том числе русский. Ну, читайте Пушкина. Читайте благословенные, блаженные строки онегинские, посвященные Одессе, где он перечисляет народы, народы мира, для которых этот город свой. Это мир. Одесса – это мир. Вот еще что. Одесса – это мир. Вот Мариуполь – это Украина, да? Одесса – это мир. И это совершенно очевидно, ну, с пушкинских как минимум времен для русского уха. Я сейчас говорю еще раз, я уже прочитал про себя много чего, что, вот Киев бомбить можно, Одессу нельзя. Да, все это ерунда, никого бомбить нельзя, и Сирию бомбить нельзя. Но Сирия не так отзывается в сердце. Бомбежка Одессы, бомбардировка Одессы означает не то, что они, не только то, что они преступники, но и то, что они клинические идиоты, глухие, которые совершенно не слышат, очень далеки они от народа, они не слышат, как это звучит. Да, они не слышат этого. А в народе Для это них так нет, у них... звучит, это так же звучит, как и в интеллигенции, в лидерах мнений. Извините, что я их противопоставляю, но мы слышим-то в основном от понятно каких людей, которых на телевизоре называют врагами народа. А в народе такой же отклик, разве? Может быть, и не такой, не знаю, не жил в народе, Саша, не жил, простите. Да? Но для любого человека, я не знаю, а народ это тот, который Евгения Онегина не читал, Бабеля не читал, Багрицкого не читал, да, и, да? Про Жванецкого не слышал. Народ это кто? Народ это кто? Вот это очень, это лукавый и очень интересный текст, который я не впервые слышу. Мы как бы выводим народ, ниже ватерлинии, да? Это же оскорбительно. Саша, вы на пути русофобии сейчас встали. На опасный путь русофобии. Я знаю, я сознательно это как бы транслирую, потому что, как мне Я кажется, это власть противопоставляет наш. Я не оправдываюсь в данном случае, а поясняю. Власть противопоставляет народ и лучших его представителей, как мне кажется, на самом-то деле. Конечно, нет. Ну, это само собой, это само собой. Но в случае с Одессой это какая-то такая глубинная, понимаете, это все-таки не Марсель Пруст и не там, не знаю, не никто еще, да?
из литературы. Можно найти, знаете, такого Небродский, да? Ну, понятно, это там это для вас высоколобых, да? А, нет, это ведь, повторяю, это то, что в крови. Одесса всегда была волшебным местом для, думаю, что для миллионов русских, которые даже не рефлексировали, не отдавали себе отчет, почему. Ну, волшебный же город, волшебный город, особый город, особый. И это, конечно, помимо этической тупости власти, это, конечно, повторяю еще и просто глухота, страшная глухота. Знаете, я сейчас вспоминала тоже Инстаграм Валерии Гладан, которая погибла там вместе с мамой и со своей дочерью. И если посмотреть, вот примерно 233 публикации из 234 у нее подписаны русским текстом, а последняя с фотографиями с войны, она с украинской подписью. Это, к слову, о том, что Одесса мир, и кто кого бомбит, и что вообще происходит. Виктор Анатольевич, перед тем, как подключить вас к прямому эфиру, мы с Сашей как раз вот пытались, знаете, уйти немножечко в философию, как будто бы, и обсудить... Насколько это вообще... Да, насколько нам позволяют наши способности. И как-то порассуждать о банальности зла, о ее природе, о насилии в семье, которое потом принимает такие уродливые формы, выходит из семьи, перекидывается на общество, а потом иногда и на соседние государства. Вот как вы себе эту схему представляете? Откуда это зло начинает прорастать? Зло, биологическая тяга к насилию, но это есть внутри, потому что мы состоим из этой, я уже говорил, так, весь интеллект, вся эта этика, да, все, что мы имеем, все это добро и зло, заповеди, да, они в тонкой-тонкой пленочке поверх нашего, вот нашей головы, да, поверх там, 1,5 килограммов мозга, да, и спинного мозга. Вот есть эта тонкая пленочка толщиной в доли миллиметра, в которой, собственно, вся этика и содержится. Снять эту пленочку при некотором усилии государства это 5 минут, ну месяц, ну два, а уж за 20 лет она снимается в легкую. Так вот, повелитель мух Голдинг не случайно сделал героями мальчиков из церковного хора, да, ну как бы вот заведомо, вот, да, заведомо прекрасные, начитанные, поющие там псалмы, да, и так далее. Внутри тяга к насилию. Дальше вопрос уже не биологический, а политический. Биологически я наблюдал, простите, те, кто удивлены Бучи, просто не следили за Чечней и Афганом, да. Я в советской армии в 81 году наблюдал картинки, да, безо всякого Путина, да, и так далее. Просто вырывающиеся наружу легитимизированное насилие. Армия, а тем более война, это легитимизация насилия. То, чего ты никогда не посмел в мирной жизни, можно в армии. В армии можно одно, а на войне уж можно совсем другое. И Чикатило должен прятать свои рефлексы, а ты герой, а тебе еще объяснили, что ты патриот. Когда ты убил или изнасиловал, ты молодец. Ты и даже взял трофей, ты молодец. И вот здесь вот мы подошли от природы к растлевающей роли государства. Государство говорит человеку: давай, давай, ты молодец, все нормально. Я освобождаю тебя от химеры совести, как говорил Гитлер в каком-то другом государстве. Да? Фюрер думает за вас. Не думай, все нормально, ты молодец, тебе можно. Ты высшая нация, ты за правое дело. Ничего, не страшно. Растление. Происходит разрешение, отмашка на насилие. Нравственное оправдание, индульгенция. И вот это уже политика, это уже государственная стратегия. Не просто так. Мало ли, я уже говорил, у американцев было Сангми и лейтенант Келли, осужденный за Сангми, за сожженную деревню. Вьетнамскую, ага. Не помню, были... Вьетнамскую, разумеется. Не помню, были ли там изнасилования, были в других местах. Но Америка сделала вывод из этого. И сегодня ни в каком Ираке уже это было невозможно, то, что было в Сангми. Потому что система сделала вывод из, так сказать, дефекта, из какого-то частного случая, а может быть, не частного. Сделала вывод. Что мы видим, какой вывод делаем мы, да? Путин награждает героев Бучи. Что это означает? Это означает, что государство говорит насильникам: вы молодцы,
Вас стыдят? Не стыдитесь. Даже сейчас появились какие-то милые молодые люди в маечках. Нам не стыдно. Ай, какие молодцы. С гордостью. Нам не стыдно. Им невдомек, что надпись «Нам не стыдно» равна надписи «Я скотина». Потому что не стыдно, может быть, только скотине. Человеку. Человек, собственно, отличается тем, что ему стыдно. Душа обнаруживает себя в тот момент, когда она болит. Душа, которая не болит, ее нет. Душа обнаруживается в тот момент, когда она болит. Надпись, торжественная надпись «Нам не стыдно» означает признание легитимности скотства. И это очень важная вещь. И это уже политика. Это уже политика. Я единственное хотел бы немного за животных вступиться, потому что по некоторым животным бывает видно, что им стыдно, когда они что-нибудь сделали такое. Бывает такое. Вот. Нет, а так полностью согласен. Нет, собаке не стыдно. Собаке не стыдно. Собака понимает, что ей... Нет. У собаки есть павловская обратная связь. Она понимает, что ей надерут уши за то, что она... Да, и она не хочет, чтобы ей надрали уши. Человек тоже боится, что ему надерут уши. Но поскольку человеку надирают уши в нашем государстве как раз за то, что он испытывает стыд, и как раз тем, которые испытывают стыд и не стесняются этого, и выходят на площадь, им надирают уши, то вырабатывается совсем другой условный рефлекс, совсем другая павловская дуга. Скотство становится разрешенным, донос, мерзость, уголовщина становится разрешенным. Если государство не ловит негодяев, которые плеснули ядовитой гадостью в глаза Муратову или Навальному раньше, да, не ловит, принципиально не ловит. Это означает воспитание, вот это образование этой павловской дуги в мозгу. Это можно. Ты молодец, что ты плеснул в глаза Муратову ядовитой кислотой Нобелевского лауреата. Ты молодец. Так держать. Это педагогика. Единственное, чего я не понимаю, Виктор Анатольевич, и надеюсь, что вы мне тоже сейчас это объясните. Вот чтобы совершить преступление, убить кого-то, изнасиловать, разрешить себе утащить чужую стиралку, человек же должен пройти какой-то определенный путь от забитого, загнанного в угол, никому не нужного, до человека, который себе все это разрешил. Солдаты, которые творили зверства в Буче, и не только в Буче, в Бородянке, в Мариуполе, в Ирпене, и сколько еще таких мест, и сколько мы еще с вами узнаем таких свидетельств. Они же в какой-то момент себе разрешили. Вот как это происходит? Кто их, не знаю, поощряет, кто их подгоняет? В какой момент этот прыжок происходит от обычного жалкого существования до осознания, что я могу все? Да нет никакого прыжка. Прыжок происходит, когда человек запрещает себе ударить другого, запрещает себе убить, запрещает изнасиловать, да? Запрещает взять чужое. Но их же вот никто не учил, прыжок. Виктор Анатольевич, их никто не учил. Убивать, насиловать, грабить? Они брали то, что плохо лежит всегда. Всегда. И просто никогда не было другой нормы. Просто раньше ты брал, и просто где-то в глубине мозга у тебя, в районе спинного мозга, у тебя было, что могут дать по заднице за это, да? За то, что ты взял чужое, поймать и свои, и дать по заднице. А тут это отключается, все нормально, можно. Нет, прыжок – это когда прыжок, поскольку мы в пасхальные дни с вами разговариваем, прыжок – это когда в сознании возникает месть ни Эльна, ни Иудея, да? Не укради, не убей. Вот это прыжок в сознании. Когда можно было вчера убивать, а сегодня вернулся с горы там, да, Моисей после разговора с Господом, выясняется, что сказано было, что нельзя убивать. Вот это прыжок. И у Станислава Ежелеца, которого я бесперечь цитирую, замечательная фраза, что «не убей» звучит как напоминание, а это открытие. Вот что важно. Это было открытием. То, что можно было убивать. И вдруг выясняется, что нельзя. А когда этого прыжка нету, но поскольку люди рождаются голенькие с пустенькой головой, то этот путь, который прошло человечество, человек имеет возможность, если с папой и мамой повезло, и с книжными полками, под которыми родится, он этот путь проходит. И уже там к 10 годам он уже знает, что нельзя убивать, нельзя обижать слабого, нельзя воровать, надо мыть руки перед едой. Это он проходит этот путь, но он рождается абсолютно, да, маленьким животным. Если в эту голову ничего не положить, он не будет человеком в нашем понимании. Поэтому никакого прыжка в том-то и дело. Они
вы говорите, забитые. Так раб – это как раз человек, который, для которого внутренне легитимизировано рабство. И мечта раба не свобода, а мечта раба стать хозяином. Или, как сказано у того же Ежелеца, купить на рынке себе хозяина. Мечта раба. Рынок, где можно купить себе хозяина. Вот. Они хотят купить себе хозяина, который им подойдет получше. Они не хотят стать свободными. Им никто не объяснил, что это желательно. Я думала, вы скажете, вот, что мечта раба иметь своего раба, а не хозяина. Ну, это, понимаете, да, и то, и другое. Ну, Лет просто говорит парадоксами. Само собой, легитимизированное, правильно, легитимизированное. Ведь раб не против рабства. Он против того, что он раб. Что ему жалко, раб, что да, у него нет раба. Против рабства выступали, как ни странно, свободные люди из господ, которые успели прочитать какие-то книги, что-то обдумать. Рабы не против рабства. Прочитайте «Капитанскую дочь» Дубровского. Капитанскую? Ну, «Капитанскую дочку» тоже. Дубровского. Крепостные Кирилла Петровича Троекурова, да? Которые страшно гордились своим хозяином, которого боятся, который может любому надрать задницу. Они гордились им, они рабы, и они гордились сильным хозяином. Им в голову не приходило, что они рабы. Они себя, так сказать, идентифицировали по хозяину, у них не было своей идентификации. Это очень российское. Это очень российское. Мы сейчас, Россия сегодня состоит по преимуществу из крепостных Кирилла Петровича Троекурова, которых самих можно выпороть на конюшне или изнасиловать в местах заключения, и отобрать все, что угодно, и унизить, но которые знают, что их барина боятся, и они страшно тащатся от этого. Крепостные Кирилла Петровича Троекурова в Буче показывают, на что они способны. Давайте поговорим про заявление Максима Галкина. Наверняка вы видели тоже, что сказал Максим Галкин. Для тех наших зрителей и слушателей, которые час назад не видели, мы его показывали, не видели вообще. Напомню, что Галкин тоже говорил об Одессе, то, с чего мы начали этот разговор, а закончил вопросом, а что мы вообще там делаем? И, ну, по нынешним временам такое заявление от представителя, значит, творческой элиты, оно сильно необычное, скажем так. Что вы думаете по этому поводу, Виктор Анатольевич? Ну, во-первых, я просто рад за Максима, ну, просто рад, человечески рад за Максима. Вот, да. Если бы он выступил как Розенбаум там, или Винокур, или Лещенко, я был бы огорчен. Я был бы огорчен. Да почему? Там дальше можно немножечко сожалеть, что это прозрение наступает так. Публичное прозрение. Галкин никогда не был дураком. Но это публично, это звучит так поздно, когда уже до такой неоперабельной степени все дошло в государстве. Вот. Можно было там ожидать чуть пораньше. Но это уже я капризничаю. А так я рад. Я рад за Максима, конечно. Ну, то многие прямо сказали, что вообще, вот смотрите, будущий наш президент, это из того же рода, что рабы хотят себе купить хозяина, но только который им понравится? Ну, он сам, Максим, несколько лет назад, когда Зеленского избрали президентом, он сам про это все замечательно шутил, вот, поэтому эта шутка отшучена давно, что к нему начали с уважением присматриваться и с опасением, когда Зеленский стал президентом. Нет, послушайте, нормально путь Зеленского или путь Рейгана, главное, чтобы за актером была команда, и чтобы он сам мог соответствовать этой роли. Актеры, как и драматурги в случае с Гавелом, бывают неплохими президентами, как мы видим, и даже отличными президентами. Вообще, специальность президента – это совершенно неважно, штатская, гражданская специальность. Может быть, электрик, как Валенса, да? Тоже ничего. Это другой немножко путь, но тем не менее. Хотя Валенса был лучше оппозиционером, чем президентом, но это уже частность. Это уже частность. Такое бывает. Нет, президент... Да, такое бывает. Да, конечно. А каждый... Это разные специальности. Это разные... Это, я бы сказал, даже это разный божий дар. Различный божий дар. Но, повторяю, если за человеком есть команда, если он сам не фишка, не кукла, надетая на чью-то руку, а человек, а это выясняется в процессе. Про Рейгана тоже
чего только не шутили, когда он стал президентом, выяснилось, что один из лучших президентов новейшей истории. Виктор Анатольевич, у нас, к сожалению, остается буквально несколько минут, но есть тема, я даже вопросов, наверное, не буду задавать, про задержание Владимира Кармурзы. Вот выразите, пожалуйста, отношение свое к происходящему. Ой, да, понимаете, трудно говорить про это, потому что, господи боже мой, много лет уже. Понятно, мы имеем дело с бандой. Задержание, суд, вот это все не имеет никакого отношения. Бандиты поймали своего врага и будут его мучить. Вот что ясно. Он у них в руках, они могут его убить. И ничто их не остановит. А к Карамурзе у них счет особенный, потому что это не просто оппозиционер, который вышел с плакатиком, а это человек, который после убийства своего друга Бориса Немцова сделал очень многое для того, чтобы эти подонки начали попадать, убийцы, в санкционные списки. Организаторы войн, убийцы, да, чтобы они попадали в санкционные списки, чтобы по ним попадало хотя бы каким-то образом они, чтобы платили за свое подонство. У них отдельный счет, Владимир Кармурза, как вот он остался за старшего после убийства Бориса Немцова. И его какое-то невероятное мужество, я после второго отравления уж был уверен, что он не вернется, он вернулся. Он в руках у убийц. Я очень тревожусь. Он сын моего друга и мой друг. Володя Кармурза один из лучших людей, которых я знаю. Просто из лучших. И, конечно, я тревожусь за его жизнь, потому что прекрасно понимаю, что он в руках у бандитов, которых ничего не остановит. Спасибо большое. Благодарим Виктора Шендеровича и, конечно, тоже выражаем поддержку и солидарность с Владимиром Карамурзой, который сейчас находится, как совершенно справедливо было сказано, известно, в чьих руках. Спасибо большое.